ложился рано утром в кровать. Ему же было невдомек, что все вопросы днем, а вечером спать. Он до рассвета пропадал и зависал, как на охоте сова. Удачный юзер, блогер, спамер-пират. Под утро полный ноль, в глазах безадресный потерянный взгляд. Полпаутины пропахав, нашел большую массу новых друзей. Он был эсер, единоросы, коммунисты, лесбиянка и гей. Трансформировал свой образ опять. Удачный юзер, блогер, спамер-пират. Под утро полный ноль, в глазах безадресный потерянный взгляд. Е-е-е-е-е-е-е, Firefox. Е-е-е-е-е-е-е, Google Chrome. Е-е-е-е-е-е-е, ICQ. Е-е-е-е-е-е. Нечаянно нагрянула любовь с одной из левых страниц, из тех, которые используют для встречи озабоченных лиц. И от общения млея он знал о том, что она. Удачный юзер, блогер, спамер-пират. Под утро полный ноль, в глазах безадресный потерянный взгляд. Она была из Магадана, впрочем, трудно это все утверждать. Он ей представился Бен Ладеном, хотя и мог покруче набрать. Здесь академиком представиться сумеет даже дегенерат. Удачный юзер, блогер, спамер-пират. Под утро полный ноль, в глазах безадресный потерянный взгляд. Только выплыла вся правда на свет. Как в песне «Living Next Door to Alice» получился сюжет. Она соседкой по площадке оказалась и не так молода. Но в вечном поиске, несмотря на года, ну ни фигуры и ни шарма, а лицо так это просто беда. Мне очень жаль, но это было, бедный юзер, блогер, спамер, пират. Теперь глядит на всю любовь, как на нее все импотенты глядят. Огромных потрясений все отсохнуть может и заболеть. И не поможет ни Касперский, ни доктор В. Подальше просто не рифмуется, и мне лишь остается допеть. Е-е-е-е-е-е-е, Firefox. Е-е-е-е-е-е-е, Google Chrome. ЖКХ плюс. С высокого балкона наблюдает тетя Маша, что творится, что вообще с утра случилось. Соседнего двора, да-да, похоже, что не наша. Кошка с дерева свалилась. Подъехала машина, загружают свежим хлебом наш ближайший и дежурный магазин. И надоевший вертолет опять летит по небу, прожигая государственный бензин. Мальчишки и девчонки возвращаются из школы, научились и несут пятерки, тройки и четверки. Пакеты чипсов, рюкзаки и детские приколы. Все на фоне близлежащей новостройки. Соседка тетя Маша смотрит в мир, анализирует и строит планы сплетен на потом. В
вечерняя планерка, как всегда, функционирует. Обсудит все, что движется кругом. А я пою в подъезде бардовский свой блюз и загоняю реноме все дальше в минус. Докучливых соседей не боюсь, ведь если надо, то просто дураком прикинусь. И снова блюз. Собака без ошейника, бродячая, наверное, лежит, спину, в общем, тоже заскучала. Вороны на помойке что-то тырят планомерно, но сыра нет, и люди не выбрасывают сало. В песочнице песок, поодаль детвора и мячик, в корзину кто-то выкинул кровать. И кошка та, что с дерева, все в поисках удачи, голодным голубям ползет опять. Но тете Маше скучно. Хоть бы мужики присели и окурки, что ли, у подъезда чай набросали бы. Тогда бы точно можно было вызвать было милиционеров, чтобы они всех пофамильно записали. Спокойно на дворе, и это тоже непорядок. Обидно, день совсем не задался. Уж полдень близится, и нет предмета для нападок. И тетя Маша извелась вся на обороте коммунальных платежей. Я расписал все эти грустные куплеты. Их ровно столько, сколько в доме этажей. Есть, правда, третий, четвертый, пятый, впрочем, как-нибудь потом. Я пропишу и это. Водички. Вообще, барды ребята разносторонние. Они могут играть обычную изгиб гитары желтой, ты обнимаешь нежно и так далее. Но еще они могут играть совсем другие вещи. Поэтому сейчас я вам... Лена, спасибо большое. Меня зовут Алексей Капралов. Примчалась из-за леса стая птиц, зачистив много места для почетных лиц. В субботний вечер шабаш, бардак, и все не так. Уже раздвинулись кусты перед костром, и вместо гонга или тавров сильный гром ударил в уши, и дым костров окутал мрак. Танцы судорога, подучая сильнее,
словах и музыке важнее ахинея. И мерзкий звук от ненастроенных басов. А здесь что бас, что бес устроит, даже скрежет от испорченных часов. Звенят бокалы в рюмках, самогон и кровь. И под столами непристойная любовь, сатиры ведьмы, морали нравы гонят прочь. И кто-то наблюдает все со стороны, пустым спокойствием и взглядом сатаны. В безумном реве царит Вальбургиева ночь. Растленный вид всех обитателей вертепа, он символичен и не выглядит нелепо. И этот физиологический раствор сжигает ясность мысли в диком темпе танца. Виден явный перебор. И гости взвыли на луну. Рассвет веселья рвет, как первую струну. Пейзаж картины дробит на части и крошит. Шизофрения, паранойя и бардак. Из-под стола бегут вампир и бурдалак. Гудят фанфары, ползут русалки в камыши. Метлой размахивая, как бейсбольной битой, линяют ведьмы, бросив инвентарь забытый. И только на столе салфетками шурша, от муки корчась, испаряется в туман моя заблудшая душа. Кошка, одурев с тоски, раскатав клубок по полу, рвет лапой тоненькую нить. Кошку тянет повторить все фигуры рок-н-ролла. Крышку рояля внук поднял, неумело заиграл всем известную сонату. Бабушка в кресле замерла, снова память понесла в море, в солнце, в запах мяты. Это было летом, все покрылось цветом липы, клумбы и жасмин. Запах свежей груши, аромат горбуши и сапожник армянин.
Мама на кухне жарит лук, с потолка завис паук, без надежд и перспективы. Вышел с кроссвордами сосед, общий счетчик, туалет, коммунальная квартира. Через открытое окно дробь костяшек домино, и в футбол играют дети. С улицы слышен гул машин, ткань засаленных гордин раздувает свежий ветер. Вспомнились прогулки, скверы, переулки и любимое кино. Институт, зачеты, пляж после работы и десертное вино. Репродуктор, левитан, лодки, рыба и лиман, шум торговли на привозе. Гром, блеск, с крыши потекло, мяч, разбитое стекло, первый вздох, любовь и розы. Тысячи случаев и дел, анекдотов и новелл в атмосфере той Одессы. Пиво, тарань, варенье, чай, примус, солнце и трамвай в стиле бабелевской пьесы. Бабушка проснулась, в кресле развернулась, снова вяжет мне носки. Новая картина, кошка чистит спину, избавляясь от тоски. На 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 на. Одесса хороший город, но я люблю Владимир, в скобках Алексей Капралов.